мне угрожал, он даже со мной не разговаривал, он даже не говорил мне ничего вообще. Он просто трёс надо мной за точкой, чтобы я не визжала, не орала над ним, как бы, что, может, напугать меня хотел. И все. А в руках-то когда что? Увидел, что я уже в стопоре, в страхе, в руках была то ли заточка, то ли шило, то ли это отвертка, что-то острое, металлическое. А он-то куда сразу направился? Ну, в кассе целенаправленно направился, деньги забрал и убежал. Дверь открыта была, но не закрыта же была. Все. А в состоянии, то есть как он был? Я его толкнула, он упал. То есть он как бы какой-то был ненормальный, то ли пьяный, но алкоголем от него не пахло ничем-то. Ну, я, по крайней мере, этого не чувствовала. Потому что у нас не было такого никогда. Я 9-й год здесь работаю, у нас такого не было. Ну, бывало, витрины выбивали, как бы пьяные, там, ну, в драке, там, ну, кто-то дерется, допустим, разобьют окно, там, этот, спиной, там. Я в это время должен был человек по заявке приехать. Я как бы особо, знаете, не боялась. Время почти 9 утра было. Кто в 9 утра придет? Ненормальный только. Спасибо. До свидания. Задержано за что? За то, что размахивал пистолетом в центре города. Спиной? Прямо. Постой, постой немножко. Левее шаль, делай влево. Дальше пыльнись. Снова лицом. Пальто, так как испугался, что меня опознают в пальто. В тот же день личность обвиняемого была установлена в ходе оперативных мероприятий. Личный состав полиции ориентирован на его розыск. На следующий день в центре Архангельска подозреваемый был задержан при совершении им хулиганских действий. По факту разбоя возбуждено уголовное дело по статье 162 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвиняемым оказался мужчина, житель города Северодвинска, ранее судимый за совершение корыстного преступления, нигде не работающий. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.